Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо з Мамукою Мамулашвілі. Це командир грузинського легіону. Власне, будемо спілкуватись про протести в Грузії, про те, як чинять грузинська влада тиск на бійців грузинського легіону. Та, власне, що робить зараз грузинський легіон, про це також у розмові. Мамука, вітаю вас. Вітаю. Хотів би розпочати з скандалу. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі планує позбавити громадянства бійців грузинського легіону, бійців, які воюють за Україну в Україні. Про це ви заявили. Власне, а де заявив про це прем'єр-міністр Грузії, коли і чи це нова, в принципі, історія? Це історія приблизно півтора місяця. К сожалению, этот факт был. Он, так же, как и несколько официальных лиц правительства, насколько я помню, это был лидер правящей партии, сделали заявление, что они хотят выйти с инициативой избавления гражданства людей, которые воюют за Украину. Это, в принципе, было сделано на государственном уровне, и, к сожалению, этот факт есть. Почему это не приняло более, скажем так, агрессивные меры, это только потому, что грузинское общество начало протестовать. Вот. И, в принципе, эта инициатива не была снята, я бы не сказал, но временно она сейчас заморожена. А кому належить ця ідея? Чи це виключно прем'єр-міністру, чи вона таки пішла в хід? После гибели нескольких добровольцев они начали обвинять меня и грузинский легион в том, что мы насильно забираем граждан Грузии в Украину для принятия участия в боевых действиях. Также говорилось, что мы их подкупаем, ходим по грузинским селам и собираем солдат. Ну, вы понимаете, насколько это абсурдно вот такое говорить на государственном уровне. И это озвучивалось в телевидении. Вот. Он обвинил меня лично, что я занимаюсь, скажем так, рекрутированием, вербовкой этих людей, которые приезжают и впоследствии погибают в Украине. Так что, ну, я бы не сказал, что это было вчера, но полтора месяца назад об этом очень активно шел разговор. После того, как грузинское общество показало свою реакцию, они эту тему замяли. Дивіться, це однозначно є тиск на вас і на бійців легіону грузинського. А крім цього, чи є ще випадки іншого тиску на вас, на бійців? И, возможно, даже на их родины. Конечно, семьи будущих здесь солдат очень часто, я бы сказал, регулярно привлекаются к допросам, к опросам или в полицию, или в другие структуры силовые. Так что вот мы видим наследие Советского Союза и России в этом всем. То есть грузинское правительство действует сегодня точно так же, как действует и террористическое правительство России. Так что я уже не различаю грузинское правительство от русского правительства, потому что они полностью выполняют директивы Кремля и делают то, что велит российская политика. Так что для нас ситуация довольно сложная. То есть нам приходится бороться на нескольких фронтах, чтобы выжить. К сожалению, одним из фронтов стал наш дом. Мамуко, ви сказали, що протести масові, вони заморозили питання позбавлення вас громадянства та ваших бійців. Якщо можна, ви б могли пояснити, власне, що це за протести відбуваються в Грузії? Чому люди масово вийшли на вулиці? Сьогоднішній протест, тобто вчорашній, який почався вчора,
грузинское общество, конечно же, сказало нет закону, так его и назвали, русскому закону, который практически предусматривает контроль над неправительственными организациями, и, в принципе, он отсекает Грузию от прозападного направления полностью. То есть это делается сознательно, это делается на самом высоком уровне, и этот закон пытались продвинуть правящая партия. Против этого начало протестовать грузинское общество, и этот протест уже превратился в Майдан, такой же Майдан, который был, в принципе, в Украине в 2013 году. Так что события очень схожи, такой же тактика, и Россия действовала в Украине при начале Майдана, и сейчас они делают то же самое практически, разгоняя силовыми методами мирных протестующих. Мамуко, я хотів би доповнити, якщо я помиляюсь, то я би хотів, аби ви виправили мене, гаразд. Йдеться про закон про іноземних агентів, проголосований в першому читанні парламентом Грузії, на який вето пообіцяла накласти президентка Грузії, власне, але це вето зможе подолати парламентська більшість. Цей закон направлений проти, зокрема, свободи слова, проти неурядових організацій, і такий самий закон про іноагентів діє в Росії, якщо не помиляюсь, вже близько 10 років, і як з громадянським суспільством, як з свободою слова, ми всі прекрасно бачимо, і, на жаль, зараз Україна на собі теж такий диктаторський режим змушена відчувати. Закон, який препятствує в першу чергу розвитку демократії. Так что грузинское правительство перенесло точную копию российского закона и хочет принять его в Грузии. Ну, понимаете, свободолюбивые люди никак не могут с этим согласиться. Я понимаю грузинское общество, которое сегодня стоит на улице и протестует. И эти волнения уже переходят, в принципе, в другую фазу, потому что люди просто не хотят подчиняться прорусскому правительству. Они четко показали, что они сегодня прорусские. Мы добре пам'ятаємо революцію Атурянт, яка була 20 років тому в Грузії, вона завершилась мирно. Чи ці протести, вони мають шанс, ну, давайте скажемо, більш-менш принаймні мирно завершитись, тому що ми бачили, що до демонстрантів таки застосовували силу. Была применена неадекватная сила, все в стиле России, в принципе, то, что вы видели в 2013-м, и мы все видели в 2013-м в Украине, то же самое повторяется в Грузии, просто, к сожалению, в Грузии это повторяется раз за разом. Это не первый раз, когда люди начали протестовать против прорусского правительства, и история повторяется, то есть у нас было 10 лет и 10 шагов назад, как в политическом смысле, так и в социальном. И люди против этого протестуют. Это естественный протест, который характеризует грузинское общество. Вы допускаете, что премьер Грузии может попросить ввести певні російські легіони, війська, аби вони допомогли придусити народний протест? Знаєте, я не хочу думати, що так воно і є, але вполне можливо, що проруське правительство може використовувати російських для, скажімо так, подавлення непокорних. Тому що грузинське правительство сьогодні чітко показало свою проруську позицию, и Украина была страной, которая заставила грузинское правительство показать эту позицию. И по сей день грузины терпели. Сейчас это перешло в другую фазу, потому что Грузия этого терпеть не хочет и не будет. А как так сталося, что до влади прийшла проросійська група політиків? Попри те, що ми бачимо, скільки людей проти цього.
Россия влила огромные финансы в то, чтобы в Грузии в правительство пришла ихняя политическая сила. По сей день туда вливаются колоссальные финансы, чтобы удержать их у политической верхушки. Так что ситуация довольно сложная, несмотря на то, что абсолютное большинство грузинского общества этому сопротивляются. Сегодня мы видим уже практически тот же метод, это метод физического воздействия. Мы видим аресты. Сегодня, кстати, был арестован боец грузинского легиона, который посещал свою семью, и его арестовали прямо на митинге. Так что, к сожалению, накаляется обстановка в Грузии. Я очень надеюсь, что это не перерастет в кровопролитие. Это то, что хочет данное правительство для того, чтобы ввести, наверное, русские войска. Так что я не сомневаюсь, наверное, ни один представитель грузинского общества не сомневается в том, что правительство провоцирует людей на плохой исход. Затриманий боєць грузинського легіону, ще як повпливали ці протести, власне, на легіон ваш? Так вот, открыто, это арестован первый человек, боец грузинского легиона, и мы не оставим это без реакции. Будет сделано заявление от грузинского легиона, и в принципе у правительства сегодня нету мандата доверия, и они действуют внезаконно и вне рамках Конституции, применяя неадекватную силу к мирным протестующим. Мы видели, вчера отравили детей и женщин, которые вместе со своими детьми вышли на протестную акцию. Это уже не применение неадекватной силы, и ситуация довольно сложная, и она накаляется ежечасно. Мамуко, чи є всередині вас якесь, я не знаю, можливо, розуміння, що протест має силу, має потенціал, аби дотиснути і перемогти і цю владу, і, зокрема, законопроект про іноземних агентів? Вот интуиция мне подсказывает, что это тот момент, когда грузинский народ больше не войдет домой, пока не одержит победу. Хотілося б в це вірити, і також хочу запитати щодо бійців легіону, чи морально воно впливає на військових? Конечно, ну, как вы знаете, грузинский легион – одно из самых больших иностранных военных формирований в Украине. Здесь масса людей, которые сегодня обращают внимание как раз на то, что происходит в Грузии. К сожалению, эти процессы начались, и, к сожалению, правительство начинает провоцировать, начинает незаконные аресты, и это может просто превратиться в неуправляемый процесс. Чтобы закончить політичний блок, я просто не можу зараз вас не розпитати, як є така нагода, що коїться з Міхаїлом Саакашвілі. Міхаїл Саакашвілі є личним політичним пленним Путіна, який просто держиться на території Грузії і з допомогою грузинського так званого правительства. Куча колаборантів, які сьогодні продвигають проросійський наратив, проросійську політику, и которые хотят втащить Грузию обратно в Советский Союз. Мамуко, можемо поговорити зараз про, власне, легіон грузинський. Я думаю, насправді це і ближче, і вам, і насправді українцям. На якому напрямку ви перебуваєте зараз? Так як контингент у нас дуже великий, він практично росте ежедневно, мы находимся как на востоке Украины, так и на юге Украины. То есть наши части раскиданы по всей линии фронта, я могу сказать, и принимают на данный момент принимают участие в самых сложных боях. Як він поповнюється, ви кажете, що практично щоденно росте? Он пополняется как раз добровольцами из Грузии. Как раз инициатива премьер-министра Грузии отнятии гражданства у лиц, которые приняли участие за Украину,
намеревалась остановить тот поток добровольцев, который ехал и присоединялся к грузинскому легиону. Я бы сказал, это вызвало абсолютно противоположную реакцию, чем они ожидали. То есть после того, как он объявил, что они будут отнимать гражданство, практически мы получили еще больше накад добровольцев, который приехал помогать. Якщо не секрет, хоч приблизно можете натякнути, скільки приблизно бійців зараз в легіоні? На даний момент етнічних грузин зараз в наших рядах більше полутора тисяч. Але також, крім грузинів, воюють і представники інших національностей, якщо не помиляюсь, навіть японці, правильно? Так, да, у нас багато різних національностей, у нас дуже різнонаціональна подразделение с самого начала, после того, как грузинский легион появился, так что у нас более 30 разных национальностей в грузинском легионе. Чтобы стать бойцем легиона, что нужно сделать? Надо иметь боевой опыт. Это единственный критерий, который надо удовлетворить, чтобы попасть в грузинский легион. А каким чином добираются люди из Грузии, умовно, адже кордоны закрыты? Грузины приезжают через Польшу. Через Польшу, так? Да, они проезжают всю Европу, Турцию, всю Европу, и вот так с большими трудностями попадают в Украину. Насправді дуже дякую, тому що українці насправді безмежно вдячні вам за це. Хотів би також запитати щодо сходу. Ви сказали, що в гарячих точках ваші бійці також перебувають. Як вони, яка там ситуація? Ситуація доволі складна. Йдуться інтенсивні, вже контактні бої, крім артилерії. Ну, в принципі, у нас підрозділення сформировано із професіоналів. Ребята дуже добре знають, що вони роблять. Статистика уничтоженого врага дуже висока у грузинського легіону. И, в принципе, мы продолжаем делать то, что мы делали с 2014 года. А вы могли трішки пояснити, что такое хорошая статистика? Бо я просто не дуже розумію. Это большое количество уничтоженного врага, как живой силы, так и спецтехники. Также офицеров. Угу. Як би ви описали ворога? Хто воює насамперед проти легіону? На данный момент мы видим низкое качество солдат, так называемых солдат, ну они их так называют, у которых нет ни опыта, ни боевых навыков. Это люди, которые были собраны с практически улиц. Многие из них криминалы. И люди, которые, в принципе, не имели ничего общего с военным делом. А какие самые задания выполняют бойцы легиона? Как я и сказал вам, это исключительно спецоперации. Грузинский легион разделен на отряды, которые действуют автономно и самостоятельно. Целью являются спецтехника. Целью являются офицеры и живая сила. Мамуко, что по обеспечению? Чи все есть, чи все-таки чего-то не вистачає? Грузинский легион – часть военной разведки, главного управления разведки Украины, так что мы снабжаемся полностью от Министерства обороны. И я бы сказал, у нас наисовременнейшее оружие на данный момент и вся та специфіка, яка передається нашими западними партнерами. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що ви бороните українську землю. Спасибі вам. Про протести в Грузії, про тиск на бійців грузинського легіону, який воює зараз в Україні, і, власне, загалом про роботу цього легіону говорили з командиром Мамукою Мамулашвілі. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.